Ездил вот всего на почту. Получил долгожданную посылочку. Вот. Циклончик. Сразу скажу. У китаёзов на Алишке она, конечно, выглядит более массивная. Вот размерчик циклона. Циклон — это громко сказано. Циклончик, я бы так сказал. Вот из него-то посредством, так сказать, манипуляций мы будем и делать наш стружка-отсос. Вот такая она штучка тут. Вот такой вот маленький, масюсенький циклончик, блин. Вот. Ну, я думаю, свою функцию он все-таки выполнит. Вот. Так что ждите. Скоро буду делать видео, как я все это соединяю с бочкой. Вот. И проверим, так сказать, на функционирование. Будет у нас отсасывать или нет. Надеемся все-таки на лучший результат. Вот, даже смотрите, какая штучка есть. Ну, просто фирма, я бы сказал, фирма. Все заделано. Кусок пластмассы 1000 рублей. За 100 грамм нефти, пожалуйста. Или сколько там, 50 грамм нефти ушло вот на эту бодягу, блин. За 1000 рублей. Ужас, кошмар. Где живем? В каком веке, блин? Ну все, не прощаюсь. Ждите видео. Ваш Александр, искренне. Итак, начнем модернизацию, так сказать. Ну, не модернизацию, а сборку нашего циклона. Я вот тут присмотрелся, вот, не знаю, вам видно, вот почему тут под углом идет вот этот, как он называется, блин, на что насаживать. Тут получается, что как бы под наклоном вот так вот сама центрифуга идет. Вот. Ну ладно, тут вот посадочное место 72 я смерил. Ну вот, у меня коронка только, ну сколько тут, 50, наверное, с небольшим. А остальное придется наждачным кругом доводить. Ну, приступим. Благословясь, так сказать. Так, пардон. Пора менять мне головку на дрели. Уже, блин, не держит. Прошу прогдоны, прервали меня. Сосед тут пришел, надо было холодильничек помочь ему вынести. Вот. Ну что, продолжаем. Вот, снял коронку, вот вот такой вот лепестковый кружочек насадил на дрель. И будем мы наше отверстие увеличивать. Под фланец вспомнил, как называется. Вот. Ну, я начну, а потом, наверное, сделаю монтаж, как всегда, чтобы не занимать ваше драгоценное время. И мы посмотрим уже потом концовку, что у нас получится из этого. Ну, поехали. Ну вот, отверстие мы уширили. Вот такое оно получилось. Вот. Фланец ходит. Вот, чуть-чуть переборщил, но делал, потому что на глаз, блин. Вот, но для прихватывания хватит нам места. Вот тут 4 отверстия. И на эти отверстия мы сейчас как бы будем на болты с гайками сажать. И вот получится вот такая вот у нас система циклонического типа. Вот, соединим шланги и уже проверим в действии. Да. Ну вот, насандарил я на крышку
сам циклон. Заняло это, ну, порядка 5 минут. Вся эта работа. Если бы не отвлекли меня, уже давно бы вам, так сказать, в действии машинку мы испытывали. Вот. Самое удивительное, поставили китаёзы винтики с гаечками и с шайбами. Вот. И вот такая занимательная инструкция. Занимательная инструкция. Как насадить, как приветить 4, блин, винтика с гаечки. Блин, ну дураков ищет. Я вот помню, корвет покупал когда. Где-то тут, с обратной, по-моему, стороны там инструкция. А, нет, предупреждение. Вот здесь. Тут мне больше всего понравилось. Предостережение. Не работайте в галстуке, блин. На фугасе. Блин. И я сразу представил, какой дебил столяр в галстуке будет доски там строгать. Блин, ну и вообще. Смех и грех, как говорится. Вот у меня есть теперь 2 вихря. Вот таких. Сейчас будем из них. Но здесь розетку надо переделать. Тут еще советская розетка, блин. Этим, видите, потолки белили. Вот. Куча шлангов. Сейчас мы будем все это собирать, так сказать. И уже тогда покажем конечный результат. Не уходите, не переключайтесь на Санта-Барбару или что вы там. Великолепный век сейчас смотрите. Самое интересное вас ждет впереди. Наконец-то наступила последняя часть марлезонского балета. Этакий финал. Финал эпопеи. Как Лошкарев Богданов конструировал стружка отсос. Вот. Строго прошу не судить. Сейчас будем делать испытания. Вот. Еще конструкция не доведена до совершенства, так как надо будет тележечку, наверное, какую-нибудь сделать, чтобы передвигать. Ну и сделать более герметичные шланги. Вот. У меня есть там еще кое-какие. Надо посмотреть потом. Вот. Ну что? Приготовьте памперсы, так сказать. Сейчас мы будем это дело пускать, так сказать. Я еще не включал, сразу признаюсь. Вот, проверил только пылесос. Вот этот работает, этот как бы работает, но что-то заклинило у него выключатель. Он включился и выключился. Надо посмотреть контакт, там почистить, может быть. Здесь выключатель вообще заглушен. Вот. Поэтому мы дернем и заработает. Так, ну, поехали. Даже проседает. И давление, я бы не сказал, что очень сильное. Но по крышке, если судить, то есть. Вот, у меня тут опилок нету, опилки вон там. Стружка у меня здесь крупная. Я не знаю, застрянет она, нет. От фуганка. Сейчас посмотрим. Да, застревает. Проглотила. Сейчас посмотрим, есть у нас здесь или нет. Здесь есть. Вот. Вот показываю. Вот, высыпаю. Значит, циклон функционирует. Работает. Сейчас скроем пылесосный девайс. Посмотрим, что у нас здесь творится. Да, блин. Замок еще не разработан.
чистота, как говорится, значит, все работает. Значит, не зря придумали такую конструкцию. Все, теперь дядя Саша у нас замечательный со стружкой-отсосом. Вот, честь ему и хвала. А то слишком уж у меня тут, конечно, пыльно. Работаю в морду, надевая на лицо. Вот, ватно-марливая. Чтоб не так сильно дышать было пылью. В будущем хочу купить улитку и по периметру вообще мастерской пустить, чтоб мощная уже была, там киловатта на полтора где-то. Вот этот пылесос рабочий, я посмотрел, 500 ватт. Маловато, конечно. Вот, желательно помощнее. Киловаттик какой-нибудь, а то и больше. Вот я полторашку хочу. Ну, вот такие, как говорится, пироги. Вот, с вами был Лошкарев Богданов. До скорых встреч в эфире.